На лицах 14-летних ребят волнение. В этот день им предстояло в торжественной обстановке получить свой главный документ – паспорт гражданина России. Перед началом мероприятия учащаяся Володарской школы Анна Рыжикова призналась, что с нетерпением ждала этого события и немного переживала. Волнительно, потому что неизвестно, как будет это проходить, вдруг что не так сделаешь. Довольно необычно, потому что надеялись, что просто придем в пункт выдачи паспорта и просто возьмем. А тут позвонили, сказали. Приятно очень. Под аплодисменты зрителей 6 юных жителей муниципалитета получили свой первый паспорт из рук главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. У вас такой возраст, когда можно пробовать разные направления, находить себя. Дерзайте, не бойтесь, чтобы у вас все получилось. Но самое главное, хочу вам пожелать, оставайтесь всегда людьми. Поздравил новоиспеченных граждан кавалер 2 боевых орденов Красной Звезды Валерий Бодряшов. Он отметил, что получение паспорта – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Они как бы на ступенечку поднимаются выше взрослой жизни, они, так сказать, приобретают уже права. То есть он может трудиться, теперь иметь трудовую книжку, этот юноша или девушка. Могут иметь банковские карты с приобретением паспорта. Но это не снимает с них, как мне кажется, обязанности. А обязанности молодого человека, это прежде всего надо учиться. Учиться, впитывать в себя знания. В такой ответственный момент ребят пришли поддержать их родители. Хотел бы пожелать успеха в будущем, учиться, развиваться и занять свое достойное место в обществе. Участник студии «Звуковая волна» Михаил Бондарев подготовил музыкальный номер. Он исполнил песню с символичным названием «Все будет хорошо». Также Михаил поделился с ребятами своими воспоминаниями о том, когда он стал обладателем документа, удостоверяющего личность. Я паспорт получил 4 года назад, и на самом деле я понимал то, что теперь на меня ложится уже ответственность за мои поступки. И прежде всего нужно думать своей головой, потому что уже уголовная ответственность и так далее. Ну и, конечно же, есть возможность подрабатывать. Получение первого паспорта – это, несомненно, важное событие в жизни каждого молодого человека. А торжественное вручение документа стало еще и настоящим праздником, который запомнится надолго. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.